Всем привет! Меня зовут Гуреева Екатерина. Я представительница одной из трудовых династий Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, ведущего предприятия «Юга России». Имея красный диплом магистра Волгу, вот уже 10 лет работаю специалистом в отделе по работе с персоналом, курируя по кадровым вопросам более 2000 заводчан. Я человек на своем месте, ради которого отдаю заводу силы, опыт, энергию, а также активно участвую в корпоративной деятельности. На карте очертания границ Волгоградской области похоже на сердце. Это сердце вот уже 65 лет заставляет биться наш завод. И ничто не сможет остановить этот пламенный пульс, пока на заводе есть сильные и надежные люди дела. У меня счастливая жизнь. Я воспитываю дочь и сына, приобщаю их к изучению родного края и любви к спорту. Меня вдохновляют путешествия, занятия вокалом, обучение художественному макияжу. Разделяю увлечение мужа лыжами и сноубордом. Восхищаясь величественным подвигом земляков, 80 лет назад победивших в Сталинградской битве, принимаю активное участие в патриотических мероприятиях, главным из которых является Парад Победы. Я горжусь, что живу в прекрасном городе с героическим прошлым, как феникс, восставшим из пепла. И понимаю, что нет ничего невозможного.